Жми лайк, если хочешь официальный папк на Android, и как только мы набираем 1000 лойсов, я скину ссылочку на очень даже бодрый проект. Здорово, ребят, с вами Илья, и это наш новый видосик с мобильным папком. Пока мы все ждем АПК официального папка, на сайте TapTap появился подозрительный проект, судя по которому это и есть перезалив мобильного папка на Android. В магазине есть трейлер, а также геймплейный видосик, и судя по ним, это реально тот же папк, что мы и видели пару месяцев назад. И сразу говорю, ребят, это, конечно же, не факт, что именно официальная игра, но, тем не менее, как клон, игрушка тоже крутецкая, на уровне того же Rules of Survival, лично на мой взгляд. И да, как вы поняли, игру уже сейчас можно оценить, поэтому скоро добавим ссылочку, и вы спокойно ее сможете скачать. Ну, так вот, сейчас вы уже можете на самом деле оценить сам геймплей, и на мой взгляд, игрушка реально выглядит очень даже бодро и еще раз интересно. С оптимизацией здесь тоже, как я понял, порядок, и это тоже весьма радует. Ну, так вот, жмите лайк, если вы хотите игрушку заценить, и если лайков будет много, то мы дальше будем за ней продолжать следить, и возможно снимем даже как-нибудь стрим. И также, само собой, пишите в комментариях, что вы думаете об этом проекте, или, возможно, что-то вы знаете, чего не знаю я, мне тоже будет интересно почитать. Ну и, само собой, жмите колокольчик, чтобы всегда быть в курсе всех новиночек на Android, а также смотрите мой предыдущий видосик, думаю, вам понравится. Ну и будем на этом на сегодня заканчивать, всем хорошего настроения и до скорых встреч, пока!